Уже традиционно на День города без спортивных площадок никуда. На одной из них расположились спортсмены Центра смешанных единоборств «Топ Тим Сибирь». Для местных жителей они показывают все прелести этого вида спорта. Барнаульцы смогли не просто посмотреть технику боя, красивые удары, но и попробовать новый спортивно-функциональный напиток «Изотоник Батаред» от барнаульского пивзавода. Он чем хорош, батарейт наш изотоник, что восполняет водно-солевой баланс и такие минералы, которые с потом на тренировках активно выходят, это калий, натрий, магний, кальций. Сегодня, за последние годы мы делаем такой небольшой мастер-класс и пропагандируем смешанные боевые единоборства и вольную борьбу, как олимпийский вид спорта. Стоит отметить, что питьевой режим во время тренировочного процесса – важная составляющая. Новый спортивный напиток оценили и барнаульцы. Ну, изотоники вообще-то классно. Я спортом занимаюсь, они вообще помогают классно. При нагрузках все. А как по вкусу и как по сравнению с другими? Очень вкусно, очень здорово. Очень хороший. Прекрасно. Слабый, само то. Мне лично понравилось вот именно голубой вкус со вкусом bubblegum. Вообще идет, очень вкусный, хороший. Кроме спорта, изотоника Батаред для барнаульцев были представлены и различные виды сыров. Нам очень нравится дарить людям положительные эмоции, нравится наш сыр, нравится ППЗ-колы, надеюсь, людям тоже нравится. Вот в таком тонизирующем, вкусном и, самое главное, спортивном режиме отгремела площадка барнаульского пивоваренного завода. Гости праздника испытали все эмоции.